Время на природе в выходной день можно провести по-разному. Неравнодушные к окружающей среде люди решили провести субботник. Представители экологического движения «Сделаем» в минувшие выходные навели порядок у родника в парке имени Революции 1905 года. Люди приходят сюда за чистой водой и, как это ни странно, мусорят. Когда мы посмотрели эти родники, оказалось, что они все тонут в горах мусора. Вот. Поэтому мы приняли решение убраться в этом году на Ивановских родниках. Во овраге по соседству с источником образовалась стихийная свалка. Жители близлежащих домов без зазрения совести сваливают сюда всевозможные отходы. Выходить на субботник и помогать добровольцам не спешат. Чтобы вывести отсюда весь накопившийся хлам, потребуется не один день. Но участников экологического движения такие объемы работы не страшат. Я хочу, чтобы планета была чистой. Вот поскольку наши отходы несут большой вред окружающей среде. И чем раньше мы об этом задумаемся, будем предпринимать какие-то меры, тем быстрее мы наведем порядок на ней. Экологическим движением в Иванове охвачено порядка 200 человек. Но на субботники обычно выходит не более двух десятков неравнодушных. Активисты экологического движения уверены, что лучше понемногу приводить планету в порядок, чем вести пустые беседы о защите окружающей среды. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.